Всем привет! Гуляю, вот пью капучино на банановом. В жизнь март не было матча. Странно. Все закончилось. Ну, как я думаю, это лучший напиток, поэтому его все скупают. Особенно на банановом. Постоянно либо бананового молока нет, либо матча нет. Вот, это наш театр. Не знаю, видно там или не видно. Как-то так. Еще раз всем привет. Хочу рассказать очень неприятную историю. В общем, вот видите, кофе. Он стоял здесь. И вот здесь вот лежал телефон. Я вот неаккуратным движением вот таким руки этот стакан нагнулся сюда. И полилась вся жидкость вот сюда, мимо стола. Короче, я еле спасла свой телефон. Пуанты, которые там лежат. Будни с Мариной. Андрей опять будет ржать. Вот в каждом влоге я говорю, что опять Андрей будет угорать с того, что у меня опять что-то упало. Так и живем, так и живем. Смотрите, какую классную прическу мне вчера помог сделать Андрей. Он мне заплел 3 косички. Ну, уже немножко волосы запутались. Не так видно, но вот одну точно видно. Вот она. Ну, здесь она тоже была, где-то там вот косичка. И вот здесь. Такая вот симпатичная причесочка мне теперь. Нравится? Мне нравится. По-моему, симпатично. Вот так вот. Сходили в кино. Если бы вы знали, на что мы... на чем мы были... Я там был из мужчин один. Андрюша врет. Там было несколько мужчин. Я был один. Нет. Там были еще другие. Кто угадает название фильма, тот молодец. На.